Всем привет, ребят. Ну что, у нас, как обычно, английский сервер. И сегодня у нас будет архидемон. Так, что там, зончик у нас аж прям зашкаливает с самого утра. Интересная архия. Урон по зоне отражает и плюс иммунитет к забору энергии. Такс. Ну, тут, конечно, героя частично в разброс, но мы все равно попробуем его побить. Так, стрелок. Делаем обзорчик на стрелка. Сейчас надо будет с чарами разобраться. Огник. Космо. Вот мы опять будем тестировать тот же состав с космо. Так, и тыковка, где наша? Вот так вот. Такой вот состав будем пробовать. Давайте поехали, надо чары героев собрать. И немножко чары переролить. Так, тут в принципе питомцы на отхил нафиг не нужны. Почему? Потому что если архидемон включится, ваших всех героев посливают. Его надо максимально обездвижить, но мы пробуем не максимально, мы пробуем сейчас космо, то есть у нас не так уж много шансов будет, потому что можно взять Лазулю, ну, можно взять некоторых героев, которые будут все время его держать в заморозке, в стане. Ну, не в стане, имеется в виду в заморозке, либо в коме. Так, стрелок. Поехали, надо вытащить пиромага. Неплохо вот на стрелке зашло недомогание. Мне понравилось. Герой тоже неплохо так шатает. Так, нам еще один пермах нужен для огника. Огник тоже у меня разобран. Вот, можно даже ассасина поставить. Так, окей, 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 окей. Раз, два. Стрелок. И сейчас можем просто зафайлить сразу же всех. Так, три. Кто там у нас еще? Огник. Потом придется опять недомогание искать на героев. Попробуем раскол. Потом на следующем архе затестим разные вариации. Так, этот есть, стрелок есть. Сейчас мы еще на ровника поставим. И тыковку надо проверить по рунам. Так, тыква собрана.
В принципе, тут можно даже вот так вот сделать. Хотя ладно, поменяю, пока живу. Равно битвы гильдии пока нет. Вот такого интересного. Тут, в принципе, никого не поставишь тут. Вот так вот сделать. Такс, и кто у нас там еще был? Люди всех собрали. Космо. Космо Ремка. Тут тоже поставим. Раскол. А Ремку оставим рунами. Хотя можно было бы, в принципе, рунами будет получше. Да ладно. Уже качнули, так качнули. Атаки было бы больше. Хотя это атака тут, по сути, роли играть не будет никакой. Все равно герои на максималке. Так, ну пусть будет тут Рудольф уже. Поехали, смотрим, что у нас по составу. Вот такой вот составчик. Есть смотритель. Поехали сливаться. Стартуем с Космо, чтобы он сразу же накинул щит. Деф вас тут не спасет. По привычке нажал. Самое главное тут попасть в кулдаун. То есть, если вы не попадете в кулдаун, давайте вас слили. Так, еще надо было пиромага поставить на этого, на Космо, чтобы побольше выжать. Сейчас посмотрим, если не сольемся хотя бы на первом, что у нас получится. Ну, 2.16, я вам скажу, это неплохой результат. Очень даже. Учитывая то, что Космо надо еще зарядить. Ну, то есть, такой вот состав. Можно сюда убрать ту же самую, там, того самого стрелка убрать, поставить сюда Лазулю. У вас будет больше шансов, что вы больше затащите. Больше набьете. Сейчас можем слиться. Но обычно на втором или на третьем сливаемся. Потому что пропадает баф Космо. Если они вместе не взаимодействуют, это слив. То есть имеется в виду огник и Космо. Заодно и потестируем, если получится максимум. Раскол и новый талант. Опять же, сейчас самый опасный последний переход, вот этот. Точнее, предпоследний. Вот тут вот опасно. И при следующем заходике тоже будет опасно. Ну, в любом случае, где-то 4. 4 мы набиваем, а там как мы сейчас зайдем в следующий поворотик. Ну, вроде нормально зашли. Смотрим. Сможем ли мы набить 4, сколько там, 1.6, ну хотя, я думаю, вряд ли мы по времени. Хотя, может, и успеем, но 4 в топ-3 мы должны войти вместе с Космо. Ну, 1.37. Надо будет поставить еще пиромага.
Ну, то есть второе место должны взять. Давайте попробуем сейчас немножко еще поменять героев. Такс. Такой вариант. Тут все уже на максималке, то есть убрать стрелка, поставить химку можно попробовать. Ну, не знаю, даст ли нам это что-то. Но можно попробовать как вариант. Так, по космо. Видите, здесь тоже стоит недомогание. Сейчас второй результат можем зафейлить. Сейчас посмотрим. Можно попробовать. Или давайте попробуем со стрелком, а потом уже поставим еще химку как вариант. То есть у нас поменялся только результат не очень. Давайте попробуем все-таки химку поставим. Химку вместо стрелка. На стрелке панчбокс. Где наша химка? Вот она. Ставим сюда панчбокса. Поставим тоже раскол. Мне кажется, чисто из-за раскола. Хотя, в принципе, тест вроде показывает, что должны тащить так. Вот такой вот состав. Поехали. Ну тут, я же говорю, шанс. Может сейчас и сольемся. Шансов нет. Я вам просто показал первую попытку. Вы, в принципе, видели, что это такое, как его бить. Вместо огника можно поставить того же самого лазулю. То есть варианты как бы есть. Все зависит уже от ваших возможностей. Можно поставить рогатку, можно поставить химку, ой, химку, говорю, медузу, герои, которые будут окаменения давать, то есть таким образом. Арктику использовать можно, вести просто архи в вечный стан. Вот и все. То, о чем я говорил, ребят, ну вроде получше чуть-чуть результат у нас шел. Ну, как видите, уже на первом мы слились. Так, у меня есть еще одна попытка. Поехали. То есть самое основное здесь переходы. У вас будет огник всегда с космо его вот на протяжении там 2 миллионов станет обездвиживать. Но вот когда переход, самое главное, чтобы был баф космо. Вот как сейчас, вот видите, а огник не попал. И все, надо будет попробовать еще одну тактику в конце в итоге. Ну, что такое? Попробуем. Попробуем уже попозже немножко. Ну, в любом случае, результат более чем удачный. Единственное, надо менять все время чары, поэтому немножко лень заморачиваться этим. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.